такая колонна едет сейчас в Мелитополь. Чисто пропагандисты. Ну, есть информация, что этих людей попривозили с Крыма, потому что приехало в город около 15 автобусов. За 10 дней вашей войны у нас 269 танков, боевых бронированных машин 945 единиц. Самое важное для каждого из нас и тебя, который передо мной стоит, личный состав более 10 тысяч человек. Каждый из вас может вернуться домой, к своей семье, к маме, к жене, к детям. Но вместо этого вы остаетесь здесь исполнять преступный приказ. Я рекомендую каждому из вас собрать свои вещи и вернуться домой. Слава Украине! Они не знают, где адресов. Не снимайте нас, понятно? Не снимайте себя. Говорят, приезжие люди с Крыма приезжали. Мы не визнаємо будь-якої іншої влади, окрім міської і загальноукраїнської. Ця влада керувати тут не буде. Сейчас будет ходить по городу. Людей немерено, просто немерено, друзья. Первые дни выходили намного меньше людей. Сейчас люди поднимаются, все выходят. Слава! Украина!